Всем привет, с вами Гимот, и мы продолжаем играть в игрушку Half-Life 2. И как вы могли заметить, я включил субтитры, поскольку далеко не все диалоги слышны. А хочется знать вообще, что происходит. Итак, на чем мы остановились в прошлый раз? В прошлый раз за нами гнался вертолет. Но мы смогли от него спрятаться. Мы доехали до такой точки. Как ее называть-то сейчас? Точки снабжения, назовем ее так. И нам прикрепили пулемет. Кстати, вон вертолет. Да, у нас заканчиваются патроны. Но они быстро восстанавливаются. На. Так. Он от нас уйдет. Какой коварный вертолет. Так. Хорошо, что у нас тут. Зачем-то стоят эти бочки. Ну, зачем-то они нужны были. Так, что такое? Ящик. Что там? Патроны. Патроны у меня эти уже есть. Хорошо. Ауи, бульк. Вау, только не переворачивайся. Не хотелось бы упасть в эту жижу радиоактивную. Мне кажется, это будет ловушка. Стоит ли сейчас взрывать бочку? Не уверен. Ну, как обычно. Так. Угу, хорошо. А мы вас всех обманем. Уга-га-га-га. Вот так вот. Ох, опять ракета. Как я вас люблю. Так, ну здесь понятно. Так, хорошо. Что вы делаете? Прекратите. Ахаха. Вау-ой-ой. Так, не надо в нас кидать бочки. Ой-ой-ой. Ох-хо-хо-хо-хо-хо, не стреляйте. Интересно, они за нами бегут? Ну, тут нас, наверное, новый вертолет будет ждать, нет? О, не, нас тут будут ждать ракеты. Ракеты, какие-то вы слишком точные. Пулемет нет, скажем. Я не знаю, можно ли убить этот десантный корабль. А, то есть, я все думал, а если я попадусь, меня зацепит? Угу. О. Интересно. Эй, дяденька. Вы на что-то намекаете, да? А тут есть лестница или нет? Он явно хотел, чтобы мы сюда зашли. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так. Троны. А, то есть, если мы не подобрали в прошлый раз револьвер, вот он. Он лежит также здесь. Нет. Дяденька, который меня просил проснуться. Я не знаю, как к тебе забраться. Лестница.
Так, это пятый порт. Это все хорошо. Наверное, надо туда, но... Я хочу посмотреть, что же от нас хотел. Вау! А нет, по-моему... По-моему, нам и туда тоже надо. Сейчас. Потому что если мы пойдем в одну из сторон, то там мы сможем кого-то спасти. Вот знать бы в какую. То есть, да, я поеду сюда. Ага. Я тебя видел. О, я вас тоже видел. Би-би-би. Так, там кто-то есть? Нет? Колокольчик. Хорошо, там был тайник. Давайте посмотрим вручную. Так, лестница. Вот, спасибо, лестница. Так, монтировка. Хорошо, мы восстановились. Здесь у нас все обычно. Значит, тут все-таки одна дорога, и это радует. Так. Не будем врезаться в машины. Продолжаем. Продолжаем нашу миссию. И здесь, судя по всему, будем встречать очень много всяких зомбарюшечек. Так, бочки. Бочки. Пулемет, конечно, это хорошо, но он чуть-чуть косой. Нет, бочка, не надо. Ага. А, то есть я все равно поджарился. Нет. 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 Они же должны закончиться. Бочки. Закончились. Ура. Так, висюлька. Висюлька, висюлька. Привет. Ха-ха-ха. Да, мне теперь можно не тратить свои патроны. Так. Здесь же нигде нельзя было забраться, да? Мне там кого-то спасать надо. Спасать, спасать. А я не знаю, где его спасать. Висюлька. Ага, док, хорошо. Док, нам надо его. Вот честно говоря, я не знаю, как его открыть. Ну, видимо, не судьба. Может быть, я это перепройду, если мы его действительно не найдем. Так,
Возьмем ящики. Ящики. Подозрительные корабли. Подозрительные. Подозрительные ракеты. Здесь я могу где-нибудь залезть. У-ху-ху. Так, давайте думать. Нет, здесь я не могу. Плохо. О, где я могу залезть? Где я могу? Мне надо пробраться вовнутрь. Может быть, мне надо там где-то слезть? А если я здесь слезу? Так, нет. У меня же есть пистолетик. Просто да, понятно, я должен оказаться здесь, но... Каким образом? Давайте... Какой злой пулемет. Так, что? Что у нас вообще здесь есть? Ну, от ракет проще увернуться. Ай-яй-яй. Ладно, давайте. Давайте тогда неистовство... Неистовно... Ать! Плавать там, потому что... Ну, не видно. Не видно где. Да. И где? И куда мне? Давайте посмотрим. Та-та-та-та-та-та-та-та. А. Кажется, я догадываюсь, что мне надо. Да, мне именно. И теперь, о, Гордон Мобиль. Ой. Блин, давай, нет, нас сейчас убьют. Нас убили. О, хорошо, у нас... Я теперь знаю, куда мне ехать. Хорошо. Давайте сделаем это быстрее. Так. Теперь самое сложное, это на этом корыце попасть в ворота. Есть.
Есть. Ай-яй-яй, ракета, ракета. От фонарика толку нет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Да. Оу, ес. Блум. Так, 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 так. А, еще один. Угу. Угу. Канал. Что у нас? Сюда нам. А тут что-нибудь еще есть? Корабль, доки. Никаких лестниц, ничего я не вижу. Да, это просто корабль. Хорошо. Со стороны, конечно, выглядит, что я вожу как пьяница, но... Но тут такое управление. Темное, страшное место. Так. Что-то нас тут может ожидать, нет? Тут что-то есть вкусное. Вкусняшка, вкусня... Нет, тут нет вкусняшек. Ага. Хорошо. Так, уже что-то... Что-то повеселее. Давайте посмотрим. А, ящик вкусный? Да, вкусный. О, еще... Еще хороший ящик. Давай. Есть. Нас подзаряжают энергии. А на корабле вряд ли что-то есть, но... Да. Еще. Так, спасибо, мы подлечились. Приятно. Я хочу по максимуму восстановиться. Ай, чё-чё, я застрял. Насколько это нам позволено. Потому что все это может пригодиться. А если повезет, мы выполним ачивку с тем, что надо найти кого-то поющего. Я не помню его название. Но я знаю, где он сидит. Угу. Вертолет. Я вижу вертолет. Ага, ну. Чтобы вертолет и не взлетел. Давайте его уничтожим. Патроны, патроны, патроны. О, ну, пожалуйста, разбейся. Вот это атака. Да, желательно быть подальше. Ну давай. Есть. Есть. Вот так вот. Вертолетик. У тебя есть что-нибудь вкусное? По-моему, он даже еще и беспилотный. Хорошо. Так. По-моему, здесь... Что-то мне кажется, вот здесь как раз развилка. Либо мне пойти туда, где стоял вертолет. А, нет. Нет, я опять ошибаюсь. Сколько тут бочек. Если бы я сражался тут, мне, по-моему, кранты бы настал. Так, так. Давайте еще немного покатаемся.
А вот это зачем? По-моему, оно откроется только. Сейчас. Нет, не показалось. Тут что-то надо сломать. Лестница. Как тебя опустить? Вот ту-ту-ту-ту. Ладно, наверное, это попозже будет. Потому что я вижу лестницу, но не знаю, как ее опустить. А, вот, вон там мы. Извините. Поднимемся и откроем там решетки, чтобы мы смогли пройти. Открывайся, 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 открывайся. Есть. Открылось. И, по-моему. Или не по-моему. Сейчас. Просто очень похожее место. Сейчас посмотрим. А, да, вот. Это то место. Ой-ой-ой. Вот надо подъехать к этим двум лючкам и поставить наш катер так, чтобы мы могли туда за... Нет, катер, не уезжай. Все, стой. Опять уехал. Какой ты... Все, теперь точно. Есть, так. Там мяч. Раз, два. И вот здесь нас ожидает радиационная жижа. Бежим, 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 бежим. Мой фонарик умер. В общем, там за ворот и вартикол какой-то. В общем, да. Мы потратили все, что накопили ради какой-то. Наше дело безнадежно. А, то есть он залез сюда, чтобы петь песенки и говорить, что наше дело безнадежно. Молодец. Возьмем аптечку и... Побежим, 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 побежим. Побежим, 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 побежим. Да, из-за того, что на бег и фонарик тратится одна и та же энергия, долго оно не работает. Итак... Мы потратили все. Все, что у нас было. Все плюшки. На эту ачивку. Нет, здесь больше нет ящиков. Жаль, жаль. Ну, в принципе, нам еще их дадут. Здесь, похоже, нам дают выбор. Либо ты можешь сам туда пройти, либо можно заехать. Мы туда заедем. А почему нет? Так, тем более, когда есть кого пострелять-то и на халяву. Что, все? 2 человека? Ну, хотя здесь, да, здесь был вертолет. Ладно, так, хорошо. Давайте посмотрим, может здесь что-то есть, нет? Нет, вполне все обычно. Давайте сходим, сходим. А, да, здесь же нету патрона на пистолет. Ой-ой-ой.
Мне очень громко. Так, закройся. Очень шикарное место. О, гранаты, аптечки, подствольный. Гранатомет, которым я еще ни разу не пользовался. Так, патроны, энергия. Я не хотел здесь все крушить. Меня заставили. О, о. Ну вообще, ну просто. Лучше и не могло быть. Можем здесь потыкать, дергать, выключить. Выключайся. Нет? Нет? Ладно. Так, автомат. Удивительно. Никто не пришел. Никто не пришел к ним на помощь. И, как я и говорил, мы направляемся открывать шлюз. Ага, то есть мы еще от врезания получаем урон. Отлично. Надо быть осторожным. Ларчик открывался просто. Нет? Там я слышу электричество что-то там. Это, ж, это вообще что? А, это лестница. Хорошо. Мне показалось, тут просто две доски и все. Та-та-та. Ну все же знают, да, что сирена это не к добру. Да нет, так, так. Мы же наш катер оставили сверху, поэтому. Кар, кар, кар. Кар, кар, кар. Ой. Отсюда же можно будет выбраться. Вот. Заметьте, там было два рубильника. Я дернул один из них, открылась всего одна шлюзовая дверь. То есть, а за вторые... Точнее, второй рычаг отвечал за остальные четыре. Ах, оу-оу! Мне вот... Ага, хорошо. Ой-ой-ой. Что с моим катером? Хорошие новости, мы перешли в следующую главу. И мне вот интересно, а эту лодку можно перевернуть? Потому что в дальнейшем я знаю, что нам дадут машину, вот она может переворачиваться. А эту лодку вроде сколько раз не корежила она. Ага, я вижу значок. Вижу значок. А нас тут встретят? Так, давайте посмотрим, что у нас. Решетка, хорошо. Решетка. Решетка и... Угу, там ничего нет. Хорошо, нам по-любому идти вот сюда. Может быть, даже мы попрощаемся с нашим чудо... Гордон Фриман мобилем. Нам зачли чекпоинт вот этот вот, но при том, что я ничего не собрал. Автомат, автомат. Автомат надо на зомби. Давайте посмотрим, что у нас тут есть.
А тут у нас ничего не спрятано. Удивительно. Тогда можно вот как тогда найти револьвер в самом неожиданном месте. Автомат. Может быть, это хорошее место. О, очень вероятно, но потом это будет очень страшное место. Так. Угу. Я не знаю, кто это. На всякий случай возьмем монтировочку. Не страшно. Так, ага, радиация. Ну конечно. Оп. А? Мы что-то засекли. Так, это человек. Расслабьтесь, вы в безопасности. Ага. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Это человек. Гордон Фримен? Привет. Гордон Фримен? Да, это Гордон Фримен. Представляй себе изумление и облегчение Элая. Ура, я Гордон Фримен. Какой Мосман, пароль? Джудит Мосман, я слышала о вас задолго до инцидента. А зачем она нас сканирует? Так непонятно, что это мы. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Нормально. То есть, а так непонятно, что это я. Он меня не простит, если я вас задержу. А ты что за дяденька? Это я тебя видел. Ну ладно. Пойдем. Здесь ничего вкусного нет. Нам точно нужна дополнительная помощь. Так. Мы много сделали за последнее время, но все шло быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Да, с моим опытом дергать рычаги и работать. Технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабиял. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Вот сейчас она сказала очень пафосную речь. Да. Вы могли это все прочитать. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Я сейчас... А, да. Доктор Клайнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться не пересекая местное пространство. А, там было что-то интересное. О, мячик. Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен, дай-ка мне взглянуть на тебя, господи, да ты никак. А, у него нет ноги, хорошо. Как тебе это удается? Так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже не бог. Теперь с Гордоном все будет почти как в черном мезе. Твоя правда. Сейчас эти диалоги закончатся, и, наверное, мы закончим. Давай снимем с тебя защитный костюм. Потому что уже много времени прошло. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно. Не надо снимать с меня костюм. Это мой костюм. Ой, какая штука. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствуй себя как дома. А, чувствую себя как дом. Тогда давайте мы на этом закончим, раз они такие все приятные и говорят все хорошо. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Расскажите друзьям об этом канале. И до новых серий.